как? Делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон и... Катерина Кроу! И прямо сейчас, в эту же секунду, вместе с вами мы находимся в самой жаркой, лютой и песчаной точке на этой планете. Там, где жара круглый год, круглые сутки, круглую ночь и круглый день. В Архангельске. В прошлый раз мы были в Новосибирске, сейчас мы в Архангельске. О, в Астрахани, я перепутала. В Архангельске это север, а Астрахань это юг. Все, мы в Астрахани. Трахань, Астрахань. И это первый случай за всю историю наших роликов, когда нам наша лысая башка поможет. Потому что в предыдущей серии, когда мы выживали в минусовой температуре, нам это мешало, то, что у нас нет волос, мы очень сильно замерзали. А именно сегодня, когда солнце жарит как не в себя, когда на улице плюс 40, и у нас с Катей лысая башка, а вот почему она лысая? Потому что надо смотреть предыдущие ролики, и ты узнаешь, почему мы с Катей побрились. Как раз таки сегодня нам эта Катя с тобой поможет! Да, как тебе поможет еще новогодний шарфик и теплый свитер? А мне как это поможет? Пустыня пустыня, но новогоднее настроение должно быть везде. Все, Катя, наша с тобой задача выживать в самой жаркой пустыне в Майнкрафте. И как видите, этот оранжевый кружочек, который у меня находится возле моего уровня, уже ёханый бабай, не оранжевый кружочек, а уже огонечек. Это значит то, что я уже прямо сейчас начну умирать от того, что слишком жарко. Я уже, кстати, вижу деревню. Кать, какие есть способы, которыми мы с тобой можем охладиться? Как охладиться? Пойти сейчас в деревню, найти там холодильник, выкинуть оттуда еду, залезть в холодильник, закрыть холодильник за собой. Подожди, у меня такое ощущение, или у меня экран немножко пожелтел? Он очень сильно пожелтел! У меня огонь! Катя, ты знаешь, что самое страшное может случиться во время того, как ты выживаешь в пустыне? Короче, ты можешь получить солнечный удар, когда ты получаешь подсолнечный удар. Когда ты получаешь подсолнечный удар три раза, ты что, умираешь? Да. Я тоже умираю. Все, мне хана. Люди добрые, помогите, воды! Колодец! Колодец! Катя, в колодец! Прыгай в колодец! Давай в колодец, иди сюда! Ага, Катя в ферму. Катя в ферму прыгнула, я в колодец. А мне ничего, это даже не помогает никак. Ща, подожди, все поможет, ты должна прямо сейчас остудиться. Кстати, ты можешь пить воду нажатием правой кнопки. Ты, конечно, траванешься, но оно мне вроде немножко помогло. Я вроде не умираю, и у меня огонечек уже пропал. Это значит, что я хотя бы немножечко остудился. Кать, вытащи меня, пожалуйста, из колодца. Вытащить себя из колодца? Так это самое, ты мне-то помоги, у меня ничего не происходит, я начинаю дальше убирать. Ну, значит, прыгай ко мне в колодец, давай быстро, прыгай. Да тут река есть, то я в реку, все, до свидания. Ну, прыгай, просто надо мной как бы навес, я, наверное, из-за этого тоже не умираю. Вытащите меня, пожалуйста. Я сам себе смогу вытащить? Смогу. И без мне вашей... срочно нужна вода. Без вашей помощи обойдусь. Иди, иди, остудись, иди, вот туда, ага, на. Надо с грядки попить, надо водичку попить, смотри, подходишь сюда. Научи меня пить, пожалуйста, из грядки. Ртом берешь и воду зачерпываешь. Так. Ам, shift нажимаешь и пьешь правой кнопкой. А, о, так я травилась. Жажда. Как? Ну понятно то, что жажда, зато хотя бы можно немножко вот это остудиться. Короче, Кать, в этом Майнкрафте мы с тобой во всех деревнях можем найти специальные предметы. О, а что с моим экраном происходит? Фу! Это первый солнечный удар! Я забыл вам сказать, когда мы получим вот три таких солнечных удара, у нас появятся галлюцинации. Подожди, ща отпустит, Катя, отпустит. Держись возле меня! Держись. Слушай, прям вообще жестко кумарит. Колбасосит просто на максимум. Так ты в пустыне, тут 48, 10, сейчас, подожди, попьем. Пей. Катя, спускайся сюда ко мне, давай быстро, прыгай. О, все, отлично, попивай, слушай, даже не травилась, это успех. Слушай, а может нам с тобой тогда раздеться, то реально, что мы как с тобой вот эти дуримончики ходим в новогоднем шарфе, в этом, в шапке и в свитере? Ты девушке такие вещи-то не предлагаешь на первом свидании? Мы с тобой почти 2 года встречаемся, какое первое свидание? А, ну да. Ну давай раздеваться тогда. Оооо, хорошо, еще бы какие-нибудь коктейльчики. Фраппучино, матча, латте, чай, вот это холодненький, Старбакса. И отлично вообще, можно никуда не ходить. Сейчас бы шезлончик, сейчас бы зончики, посидеть, массажик, позагорять. Самое главное, реально, нам сегодня не сгореть, а то в конце серии мы с тобой краснющие будем. Поэтому следи, пожалуйста, за вот этим маслом, там мажь себе спинку и вот это все остальное.
Слушай, реально, отличная идея. Мы можем сидеть здесь, пить. Ой, опять отравилась. Пить здесь нескончаемый просто поток воды и охлаждаться. И все. То смотри, как хорошо наша схема сработала. Вы посмотрите, какой у меня вот этот шарик. Серый. Это значит то, что мы с Катей остудились прям по максимуму. Кать, вот одна просьба, последняя в этой жизни. Хорошо, если не против? Давай. Можно... Эй! Массажик и спинку натереть, если не сложно, пожалуйста. Это ужасно! Нет, встань! Натри спинку, я тебе говорю, мы в конце просто сгорим! Натри спинку! Пожалуйста, спрячь свой... Зад! Спрячь свою пятую точку, быстро, некрасиво, неприлично! Вставай! Да давай ты ложись возле меня, почувствуй вот эту силу природы, почувствуй песочек у себя в труселямбах, давай ложись. Да кайф, я тебе зуб ладно, даю. Ладно, уговорил. Расслабься, Жень, ой, подожди, женщина, расслабься, вот так, вместе полежим, позагораем. Ничего такого. Ага, ну ничего такого. Карусель, карусель, то успел, тот и сел. Воу-в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 оу! Подожди! Надо куда-то спрятаться! Подожди, подожди, тихо-тихо-тихо, ты слышишь звук? Так у нас тут ураган начинается, походу. Ой! Мамочки! Я тебя потеряла! Вот голожопик, вижу голожопика! Сама ты голожопик, а мы-то забыли! Ага, палки летают, перекати поле летают, а мы-то забыли то, что мы находимся в пустыне, а здесь песчаное поле в любую секунду может быть, давай заходи! Фух, забежали. Ну слушай, ну дом, конечно, не богатый, но рада чему есть, на самом деле, как говорится. Ну, куда ты пошел? Да я просто посмотрел. Ну в любом случае, смотри, песчаная буря, это означает то, что ветерок, а это означает то, что мы с тобой сможем хотя бы немножко остудиться во время ветерка вот этого. Да, главное, чтобы дом не унесло. Да не унесет, я сомневаюсь, что в пустыне может быть такая сильная буря. А! Отстань! 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 Мы гостей не звали! Слушай, хотела сказать. Я уже даже немножко замерз на самом деле. Еще и ночь на дворе, у меня уже вот этот серый кружочек. Я уберу этот стол, потому что нам места и так мало. Вандалка, ты прям реально на вандалку похожа. Такая лысая башка, скинхед настоящий. Я отращиваю волосы, они у меня под кепкой. Все, тихо. Я тоже отращиваю волосы, но они у меня не под кепкой. Они у меня где? Ты такое ощущение, что вообще в памперсах находишься. Ну, примерно там я и отращиваю волосы. Извините, конечно, за подробности, но ладно. Да это шутка! Все. Никто не поверит тебе, что это шутка. А можно, пожалуйста, прекратить этот ураган? Мы как бы здесь пытаемся... Да ты это зачем, Кать? И оно все начало залетать вот сюда внутрь. Давай сменим дислокацию, давай в другой дом. А нас не унесет, как в прошлые разы? Да я надеюсь, то, что нет. Давай в другой дом. Если бы не твои белые трусы, я бы тебя не заметила среди этой бури. Давай, заходи. Ой, это уже получше. О, тут сгусток слизи есть. Вау, зачем он нам? А, вот как раз таки густок из вот этой самой слизи и поможет нам с тобой, Катя, выжить вроде как. Только я не помню, как это крафтится. Оно как... Ну ладно, неважно. Оно как-то крафтилось, но я просто не помню. Забей, да, он нам не поможет. А что крафтилось-то? Неважно, он бесполезный. Слушай, ну вроде все, или мне кажется? Ну вроде прекращай. Ну там уже ночь, кстати, я уже даже не заметила, что стемнело. А ну давай ты первая выходи. Хожу. Так, все чисто, все нормально. Слушай... Я считать как бы посередине пустыни немножко разучился. Это наш третий солнечный удар или второй? У меня вопрос, почему вообще солнечный удар ночью происходит? Это знаешь, это как родители мне всегда говорят, Едечка, если тучи на небе, а ты загораешь, это не значит, что ты меньше загоришь. Ультрафиолет проходит сквозь тучи, мамина мама, и короче... Ой, все, хватит умничать тут. Да, значит, ночью ты еще больше загораешь, чем днем. Значит, это не солнечный удар, значит, это лунный удар. Уйди! На! Ой, а ты меня-то зачем ударил? Ой, а чё ты передо мной вот это пробегаешь? Голую жопку-то подорвал, да? Подорвал немножко. Я в купальнике, это не считается. Опа, морковка. Добывай. Морковка, хорошо. Картошка, моркошка, горошек, макарошки. Собирай, сейчас будем кушать, Ура!
чё ты смотришь на это? Нет, ты что пугаешь, собака? Ты мне сейчас можешь объяснить, что происходит? Мистер Крипер! Мистер Крипер? Мистер Крипер? Мистер Крипер. А чё он не взрывается? А чё ты не взрываешься? А давай мы понемножечку пойдем вот в ту сторону, я слышал, там новый дурдом открыли. Или хотя бы помощь тем, кто посередине пустыни получил солнечный удар. А там скидки есть студентам? Там скидки есть и студентам, и тем, кто прям получил хороший такой солнечный удар, у которого катушка просто слетела на все четыре стороны. Мистер Крипер, хватит за нами следовать! Чё мистер надо? Крипер, оставайтесь, пожалуйста, на месте. Мы уходим, мы больше вас не потревожим. Всё, пока, пока. Не, как бы мне говорили вначале, то, что если получить три солнечных удара, то у тебя галюны появятся, но чтобы вот такие... Отойди, пожалуйста, вот туда. Соблюдай личное пространство, хорошо? На вытянутую руку. Да, это называется субординация. Субординацию соблюдай, уйди. Пошли, Кать. Мне кажется, нам с тобой надо немножко остудиться. Пошли. Да, я тоже так считаю. Выход там! Ну, я не знаю, где здесь выход в этой деревне, но выходи! Только не вздумай к нам идти купаться. Ой, он обиделся. Да и пожалуйста. Нет, мне его жалко. Он обиделся. Мистер Крипер, пойдемте с нами покупаемся. Мистер Крипер, у нас тут небольшие проблемки. Да? Подожди. Полярный медведь посередине пустыни, да? Ну, не, это все нереально, это все нереально. Это сейчас... называется миражи. Я усну сейчас здесь под водой. Разбуди меня через пару часиков. Возможно, вот эта лютая сатана уйдет отсюда. Уходи! Уходи! Сейчас, я полежу, это-то остужусь, сейчас все пройдет, сейчас все будет хорошо. Я сейчас обернусь, и сзади никого не будет, Кать. А сзади есть кто-то, Кать? Да, есть медведь. А! Уже не медведь, уже дракон, а так все хорошо. Мать моя женщина, я больше никогда в жизни не полечу в теплые страны. Я манал вот эти солнечные удары. Реально галюны, я думал, это шутка какая-то. Что нам делать? Нам сейчас убивать дракона нужно? Какого нафиг? Да ты не видишь, что они всемирные, они даже нас не атакуют. Это, на самом деле ничего нам убивать не надо, это все не настоящее, это все миражи. Ты же мираж? Это галюны все? Да, так он сейчас тебе взял и ответил, я мираж, я га... Ответь, пожалуйста, если ты мираж и если ты галюны. Ты чё, ку-ку? Я настоящий. Дракоша. А, ну если ты настоящий, тогда... А ты можешь подальше улететь? У тебя слишком громкие крылья. Подальше улети, пожалуйста. Спасибо. Да, например, в свой мир. В мир галюнов. Какой послушный, хороший. Давай заведем его. Давай приручим его. А давай пожалуйста. Мы, может, закончим, пожалуйста, этот челлендж и больше никогда не будем возвращаться. Да я лучше буду выживать в минус 40, нежели в плюс 40. Минус 40 хотя бы галюны словить нельзя. Ну, кстати, верно. Я сейчас просто в таком шоке пребываю, что я в Майнкрафт вообще больше не хочу заходить. Слушай, можно вопрос задать? Давай. А вот у тебя ничего не подгорает, так скажем, плечи там, не горячие? Ну, немножко, на самом деле, я чувствую то, что прям плечи такие С ума сошел, в пустыне, гроза и молния! Да тут все нормально, так надо. А? Ну я же тебе говорила. Ну так сложно было с собой взять солнцезащитный крем с собой на этот челлендж. Чё, места что ли мало в сумке было? Ну. Вообще-то это я тебе говорил, чтобы ты намазалась, потому что можно сгореть. Ты что-то перепутала, наверное, не? А ты-то чё сам не намазался, а? У меня такой вопрос. Ну, потому что я люблю ходить красненьким, а вот ты сейчас на Патрика похожа. Это ты на Патрика сейчас похож. Я не похож на Патрика, ты прям такой вот синенький костюмчик, прям лысая башка, вот самое то, хорошая девушка, я очень впечатлён. Вот, Маринка. Какая Маринка? Тебя Катя зовут, а... Подружка моя пришла, Маринка. Маринка, есть крем солнцезащитный или сметана? Мы сгорели, На три спинку? Ложись, Кать. Давай сейчас. Давай, Маринка, если можно, массажик, я тебе там заплачу, вот разомнит вот эту правую подмышку, я немножко там ее потянул. Давай. А потом Катя. Алло.
Марина! Марина, спинку потри... Мари... Мари... Маря! Ну ладно, хотя бы приди сюда с нами, полежи, не надо спинку тереть. Вот так вот и помогай друзьям детства, а потом вот фиг они тебе помогут как-то. Угу. Ну, ну ты вот это вот, не забывай спинку мазать, а то вот сгоришь, как мы, потом все тело будет болеть. Да, Катя? Угу, очень актуальный совет в декабре. Да, вот это, не загорайте в декабре, а то вот это солнечный зимний удар обеспечит. Да. Ну а мы пойдем с Маринкой куда-то там, в аквапарк, я не знаю. Маринка, дракоша с тобой где-то там рядом? Ладно, пошли, Катюх, найдем их где-то там. Да, давай, прикинь, сейчас подписчики будут смотреть этот ролик и такие, господи, кого они там видят, там же никого нет. Пустота, общаются с воздухом. То есть ты думаешь, только мы их видим? Ну, я думаю, что да. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы видели медведя, крипера, там, дракона, или это реально наши галлюцинации? А ты вся красная, но пупок у тебя белый. В смысле? Вот, пупок белый. А у тебя трусы белые.